Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Мученическая смерть семи братьев и их матери. Наиболее же достойное удивление и славной памяти мать, которая, видя, как семь ее сыновей умерщвлены в течение одного дня, благодушно переносила это в надежде на Господа. Исполненная доблестных чувств и укрепляя женское рассуждение мужским духом, она поощряла каждого из них на отеческом языке и говорила им: «Я не знаю, как вы явились во чреве мое, не я дала вам дыхание и жизнь, не мною образовался состав каждого. Итак, Творец мира, который образовал природу человека и устроил происхождение всех, опять даст вам дыхание и жизнь с милостью, так как вы тебе не щадите самих себя за его законы». Текст по книге «Библия» в иллюстрациях гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.